Базель называют северо-западными воротами Швейцарии на границе страны с Францией и Германией. Большинство жителей общаются на швейцарском диалекте немецкого языка. Однако нередко звучит французская и итальянская речь. Это следствие необычной истории города, возникшего в трех веке на месте бывшего римского укрепления Безилия. Одно время он был резиденцией епископата, затем в средние века попал под власть европейских государств, а с 12 века находился под патронатом Священной Римской империи. Такие крутые повороты истории оставили свой неизгладимый след в архитектуре города, его самобытной культуре, национальных и религиозных традициях. Рейн делит город на Большой Базель, Левый берег, и Малый, Правый берег. Исторический центр или Старый город находится в Большом Базеле. Здесь компактно расположились все самые интересные для гостей достопримечательности, романа «Готический собор», ратуша, городские ворота Шпалентор, церковь Святого Павла, а также несколько музеев и другие интересные для посещения туристами объекты. В старом городе есть два дома, на стенах которых нет традиционной таблички с почтовым адресом. У них отсутствует даже юридический адрес. Зато каждый житель Базеля знает их как Белый дом и Голубой дом. Это одно здание, фасады которого выкрашены в неизменные на протяжении 200 лет белый и голубой цвета. Владели этим необычным строением 18 века два богатых фабриканта братья Лукас и Якоб Сарацини. У каждой половинки дома свой внутренний дворик. В доме не только жили, здесь работала фабрика по производству шелка. Хозяином белого дома был старший брат, а голубого младший. Лукас в течение нескольких лет вел учет производственных расходов, а заодно записывал имена создателей интерьеров этих домов. Потолки Белого дома и по сей день украшает лепнина и Аганна Фрахвейса, до сих пор стоят печи с фаянцевыми изразцами Бернской фабрики. Двери в домах расписаны картинами немецких художников, многие из них прекрасно выглядят в наши дни. Но Белый и Голубой дома знамениты не только цветом своих фасадов и богатыми интерьерами. В 1814 году здесь был дан торжественный обед для важных коронованных особ, русского царя Александра I, австрийского императора Франции и короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Имея прямо противоположные политические взгляды, они все таки приняли приглашение и разделили совместную трапезу. Бытует легенда о том, что в 1797 году на мостовой перед Белым и Голубым домом неспешно прогуливался вместе с чиновниками Наполеон Бонапарт, доходя до отметки из цветных камней, которую гиды теперь показывают туристам. В 20 веке здание без адреса, но с двумя разного цвета фасадами стало собственностью государства. Сегодня в нем работают три департамента местного правительства. Базель – открытый гостеприимный город. Увидеть его красоту и необычную архитектуру, многочисленные объекты исторического значения, красивые мосты через Рейн стремятся путешественники со всех стран мира. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.